окна, которые сберегут тишину и покой вашего дома. Сегодня в программе «Архитектура стиля» покажем, какое современное остекление устанавливают в своих квартирах красноярцы, а также передовые технологии ламинации и распила, позволяющие с максимальной точностью производить долговечные оконные конструкции любых размеров. Даже хрущевку может преобразить современный белоснежный красивый балкон. Это свежая конструкция. Ее буквально на днях установили специалисты крупной производственной компании. Сергей Петрович, хозяин нового дополнительного комфортного пространства, говорит, что небо и земля как было и как стало. Красиво все сделано, аккуратно. Вот прикопаться ни к чему. Работали на совесть, надо сказать. Быстро работали. Потому что работы было, ну, на самом деле, много было. И тех денег, которые заплачены, эта работа... Работа стоит. Мне нравится. Мне то, что получилось, мне нравится. Компанию Сергей Петрович выбирал, следуя своей железной логике. Компания развита, значит, у нее много клиентов, много доходов. Компания развита, значит, они хорошо платят сотрудникам. Компания развита, значит, сотрудники, которым хорошо платят, хорошо работают. Посмотрел цены. Ну, цены не выше, чем у остальных. А что еще надо? Буквально каждую деталь в офисе мы с девушками там обсудили. Я бы эти вот открывающие створки везде сделал. Они меня отговорили, сказали, это излишество уже будет. Для того, чтобы помыть, достаточно будет вот окна. Через одно сделать и боковушки. То есть специалистами была рекомендована самая оптимальная комплектация по незавышенной цене, так как стоимость на уровне 2019 года удается сохранять благодаря отсутствию посредников. А зеленая линия, которую вы сейчас видите, это своеобразный знак качества. Гарантия на такие окна дается до 50 лет. В данной балконной конструкции в оконных створках использован немецкий профиль, армированный по всему периметру. Это гарантирует шумоизоляцию, герметичность и высокое качество самого окна. И теперь пришло время своими глазами увидеть современное производство окон и балконов нового поколения. Спросите, почему нового поколения? Да потому что в их производстве используются автоматизированные передовые технологии. Например, как эта двухголовая пила распиливает профили быстро, максимально точно и справляется с большими объемами. При этом достаточно одного технического специалиста, который вводит новые данные по каждому окну в программу. Определенная программа высвечивается, он подтверждает, и пила уже автоматически раскраивает данный профиль. На выходе данное изделие соответствует заданным параметрам очень точно, до 0,02 мм. А уже на другом автоматизированном оборудовании распиленные профили склеиваются и шлифуются швы. Благодаря такой технологии конструкция становится очень прочной и надежной. Кроме этого, актуальную сейчас ламинацию окон в крупных производственных компаниях тоже изготавливают на современном оборудовании, что обеспечивает долговечность и высокое качество ламинированных окон. И посмотрите, какая красота в итоге получается. Загородный дом, где панорамные окна в пол, оформлены ламинацией под темное дерево, радует глаз и гармонирует с окружающей природой. Стоит задуматься, ведь современные окна с ламинацией сейчас можно заказать в крупных производственных компаниях по цене классических белоснежных. Компания «Махаон» входит в 100 лучших товаров России. Официальный представитель «Рихао». До 31 мая скидка на окна 50%. Вызов технолога на дом бесплатно. Звоните 228 70 88.